братан? Или может ты сестра? В далеком-далеком царстве, в милом-примилом государстве, которое даже на Google Maps не видать. Не, серьезно, где оно? Жил мальчик Сыруга, который все время мечтал найти каких-то фиксиков. Ты дышь, Сикоу? Я идиот или нет? Вот в чем вопрос. Но напротив Сыруги сидел его злобный дед. Ты идиот, и этому спору нет. Уж прости, но вот такой вот мой ответ. Нет! Сказал Сыруга, что же ответить ему дед? Ответ. Их отношения накулились, Сыруге даже пукнуть захотелось, и дед сказал: иди учи уроки, ты пенис. Хоть и без рифмы, но Сыруга понял все, упустив глаза, пошел учить уроки все. Учился, старался, но Сыруга, но мысли лезли лишь одни. Либо порно, либо фиксики, тут без вариантов. Найти фиксика — это проблема молодежи. Конечно, после дефицита порно. Так считал Сырога, жаль, что рифмы в этом тоже нет. Сырога схватил печеньку и, как серенький волчок, укусил ее за бочок. Но вдруг услышал шорох. Из ниоткуда вылез фиксик Нолик и спросил: ты идиот? Как только Нолик досказал, Сырога сразу же сказал: да, чуть-чуть я идиот. И Сырога понял, что вот проблемы школьников закрыты. Ведь у каждого будут свои защиты, и каждый сможет починить, что хочет. От веточки до ленточки, каждому школьнику по фиксику, и будет всем... минуточку. Ах, вот оно что, Сыруга съел печеньку, которую отравили как пельменьку. Дед со злости отравил нашего Сырогу. Но Сыруге повезло, он видел фиксика, хотя он видел свою ногу. А вы что считали, что Сырога вовсе с ума сошел? Фиксику к проблеме школьнику пихать? Да не тут-то было. Вот такой вот интересный здесь конец. Эй, братан! Или может ты сестра? Но мне не важно это, ведь ты моя родня. Подпишись на канал, чтобы видео не потерять. Лайк поставь моим нелепым рифмам, и тогда на удачу ты получишь соль.